Рады, что наша регата все-таки состоялась. Там же задумывали ее достаточно давно. И сейчас уже идет вот второй этап. К сожалению, нам не удалось сделать вокруг Гоголанда гонку. Ну, будем работать еще с военными по этому вопросу. Сегодня нормальный ходовой ветер, полные курсы, ветер 12-17 узлов, средняя скорость более 7 узлов у всех лодок, кто быстрее ходит полным курсом, тот, наверное, и выиграет. Наша яхта самая большая, самая длинная, она 15 метров длиной с половиной. Ну вот. Но, с другой стороны, она 38-го года изготовления, у нас и паруса попроще, и вооружение несовременное. Но, тем не менее, вот по сравнению с другими лодками, если это какие-то полные курсы, если это что-то там не сверхлавировочное, где много поворотов, у нас, конечно, есть преимущество. Это преимущество мы реализуем. И в первой гонке мы пришли первой с большим запасом, и во второй гонке мы пришли с большим запасом. Напряжение нарастало именно в тот момент, когда все люди уже просто устали. И тот, кто смог выдержать эту гонку, тот, кто смог настроиться вот на это состояние, когда нужно бороться до последнего, когда уже понятно, что ты победил, и когда ты уже подходишь к финишной линии, но капитан кричит: давайте, добирайте, выбирайте там, идите. То есть мы полными ходами, несмотря на то, что уже было понятно, что мы первые, все, вот уже там осталось там 10 метров, расслабиться было просто невозможно. Попутное волнение давало возможность ускоряться на волне, и мы в отдельных моментах, максимальная скорость у нас была зафиксирована 12,6 узлов, поэтому мы сами были в таком приподнятом настроении от таких скоростей.